Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5, и это вроде 32-я серия по счету. Ребята, всем спасибо тем, кто сейчас находится тут и смотрит это видео вместе со мной, я всегда ценю своих подписчиков и всегда рад тем, кто приходит, смотрит видео, ставит лайки и комментирует. Также, ребята, давайте наберем 200 лайков, если вы хотите видеть новую серию. Прохождение GTA 5 как можно быстрее, может даже завтра или послезавтра. В принципе, как я уже много раз говорил, серии выходят тогда, когда мы набираем нужное нам количество лайков. А когда это количество лайков будет, зависит только от вас. Поэтому, ребята, когда выходят серии, зависит от вас. Ребята, что мы будем сейчас делать? Дайте-ка я свистну вот этот мотоцикл. Крутой вроде такой более-менее. И мы помчимся, мы поедем, ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, одену я наушники. И, ребята, мы поедем проходить дальше задание, куда нам нужно. Есть ли у нас еще какие-то задания за Майкла? Вот тут что-то есть. Мартин Мадрас. Опа. Давайте мы сюда поедем. Так, вот. Назад нам нужно. Не зря я, наверное, мотоцикл взял, а не машину. Потому что на мотоцикле, мне кажется, намного быстрее будет. Потому что... Ну, по сути, даже в той же жизни, мне кажется, есть мотоциклы, которые ездят быстрее нам. Так. Твою мать. Ребята, даже в жизни же вроде есть мотоциклы, которые намного быстрее, чем те же машины. Да, если честно, мотоциклы намного такие маневреннее, да, то есть они намного меньше. И вот смотрите, вот мотоцикл. Опа, опа, опа. Проехали так между машин, быстренько разогнались, быстренько дальше поехали. И это действительно, ну, в принципе, очень быстро, очень маневренно. Ути-пути-пути. Вот как разворачиваемся быстро, и быстро разгоняемся, и быстро просто-напросто едем. А машины, в принципе, тоже есть машины очень быстрые, но на мотоциклах, мне кажется, как-то уютнее ездить. Я не знаю почему. Но и уютнее, и быстрее, и намного маневреннее. Так, мы сейчас едем к господину Мадрасу, как мы его можем назвать. И смотрите, сейчас. Я специально сюда заехал, ребята, чтобы прыгнуть с горы. Мне кажется, прикольно так получилось. И мы уже практически доехали туда, куда нам нужно. Сейчас заворачиваем сразу же направо. Опа. Сюда, и мы прибыли к Мадрасу, да? Так, снимай шлем. Так, уберем пушку лучше. А то сейчас зайдем в дом Мадрасу, подумает, что мы покушаемся на него. Убить его хочет. Тревору все бабы нравятся, неважно сколько им лет и... Патрисия, get us something to drink, would you? Quickly! Good to see you again, Michael! Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. What did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Так, кто это? He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's up, hey? Huh? Trevor, come on. You still want a drink? Not now! Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí?
сам ее послал принести что-то выпить, когда она принесла, мы уже ушли, и он рычит на нее, да, что... Так, добритесь до обсерватории. Нам нужно вместе ехать с Тревором или... Не, можно, наверное, поодиночке. Ух, ребята, давайте поедем. 3 километра. Я, если честно, даже не буду сейчас ставить это все на паузу, потому что мне нравится гонять, плюс... Это какая-то крутая машинка была, или мне просто-напросто показалось? Мне, если честно, нравится вот так гулять, ездить по Лос-Сантосу, плюс тому, когда это ночь. Это вдвойне, мне кажется, приятнее. Нет, это не какая-то не крутая машинка. Мне показалось почему-то, вот когда она так рядом с нами проезжала, вот так, то у меня просто такое сложилось впечатление, что это та машина, похожая на Бугатти. Не знаю, почему, просто показалось. Хоть она у нас уже есть, но... Франклина, да? Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. О, как мы срезали. What are you talking about? Сейчас, о, давайте, давайте. What? О, смотрите. Так, сейчас тут мы хрен где-то проедем, поэтому нужно. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job. So what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. Ух, if так. He don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Так, ребята, ладно, мы уже едем, мы уже, в принципе, практически доехали, тут еще осталось 1.5 километра, это не так уж и много, если учитывать, что мы едем на мотоцикле, он, в принципе, такой быстренький. Так, километра с чем-то. Мне нравятся, если честно, очень мотоциклы, вот сейчас именно, когда они вот так, смотрите, ну, вряд ли мы тут сможем, вот. На машине нам бы нужно было бы тормозить, разворачиваться, заезжать в поворот. А сейчас на мотоцикле, вот смотрите, мы сюда проехали и все. И, в принципе, так, куда? Вот сюда, да? Сможете вы так сделать на машине, на дыбы стать? Но, в принципе, сейчас я не могу. Наверное, нужно вставать тогда, когда ты рушаешь с места на мотоцикле. Так. И мы уже тут. Так, садитесь в фургон. Где он? Вот вижу. Не зря я забор, наверное, поломал. О, утро. Или день. Управляйте ледокой с помощью. Целитесь в красную метку, которая учитывает расстояние до цели. Стреляйте по двигателю самолета. А где он? I'll pass downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. А где он? Ага, вот вижу. Так. Take another shot. Engine gone. Hey, see it? Plane's coming down. Can you stay with it? Ух, на мотоцикле. Следуйте за самолетом и заберите груз. Ага, это сфокусироваться. О, ребята! Так, вот это охрененно. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите. Вот это реально эпично. Вот это было реально эпично. Даже вот сейчас. Ой, ой. Так. Pilot's fighting it, but he's going down. Good.
Ух ты, смотрите. Вот это мне нравится. Вот такие миссии мне очень сильно нравятся. Ну, падаешь ты уже или не падаешь, самолетишка? Ух, стоп, самолетишка. А люди ездят на машине. Ни хрена себе, сейчас самолет на башку упадет. Так, едем, едем. Ой, ой, сюда. Ой, во. Сейчас он уже, наверное, бабахнется, и мы заберем нам нужные вещички. Так. И машиночка разбитая. Падай, чувачина, падай, я тебя умоляю, пожалуйста. Вот это реально охрененно. Мне прям мурашки по коже от таких моментов, эпичных и классных. Так, так, опа. Ух, хотел сбить мужика, но не получилось. В этом тоже перепрыгнем. Так, вот смотрите. Главное, что не стукнулся сейчас никуда. Вот тут мы... Ух ты! Так. И сейчас... Ой, 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 ой. Он когда-то упадет или нет? Быстрее высоту. Придется сажать на землю. Ну давайте уже, сажайте. О! О! Убейте. Убили. Замочили. О. Круто, ребята, прикольная миссия. И помчались дальше. Так, это Майкл, да? Покиньте зону. На этой машинке или на какой-либо другой? Да, побег, если честно. Опа, 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 ребята. Ух. Да, не так я планировал, но тоже неплохо получилось. Уничтожить фургон. Так, ну если уничтожить, то давайте уничтожим. По-эпичному, ребята, мы его уничтожим. Не буду я кидать в него взрывчатку или гранаты. Давайте вот так его уничтожим. Мне кажется, будет реально прикольно. Так. Опа. Пью. Смотрим, ребята. О. Я надеюсь, он взорвется. Если нет, то нужно опять будет его поджигать. А нет, мне кажется, он не хочет взрываться. Да ты что, издеваешься? Мы ему... Ну ладно, ладно, паскуда, ладно. Раз ты не хочешь взрываться, мы с тобой поговорим по-другому. Ты что, издеваешься? Да что эта канистра такая пьяненькая какая-то? О, раз ты не хочешь, зараза, взрываться... А, все, у нас нет уже канистры. Нужно будет купить, ребята, еще канистру. И если все-таки, смотрите, я кидаю гранату, если все-таки она не взорвется, вот эта машиночка. Ути-пути!
Ладно, не хочешь взрываться, взорвем вот так. Ой, стоять. Дайте мне машиночку, заразы. Я не хочу сейчас пешком идти. О, вот и наша жертва, ребята. Вот и наша жертва. Вот и наша жертва. Еще одна наша жертва. Не знаю зачем, но все же. Опа. Кто там нам звонит? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! I wouldn't do. Somehow I don't believe that. Какая крутая машиночка, такой цвет розовенький, наверное, какой-то 16-летней девушке, которой папаша купил машинку. Спойлер, крутые диски, обтюнингованный кузов, каркас безопасности, выхлопные трубы. Нормальная такая машиночка. Так, 3 километра. Я, наверное, даже не буду сейчас на паузу ставить, потому что машиночка очень крутая, и она мне нравится. Поэтому давайте мы на ней как можно быстрее доедем до места, куда нам нужно, и попытаемся ее не угробить по дороге. Если у нас это, конечно, получится. Опа. Синенькие колеса вроде. Жалко, что тут в машин нету нитро, да? Может, есть, наверное, какие-то моды на GTA 5, которые добавляют для машин нитро, но это моды. Это не сама GTA 5. Так. Опа, опа, немного такое тяжеловатое управление у нее, я не знаю почему, но немного ее так... Ой, да, не угробили. Немного ее так тяжеловато управлять. О, сейчас вот спуск большой с горы будет, сейчас мы, ребята, разгонимся. Опа, смотрите. Приземлился, как ни в чем не бывало. И поехали дальше. Прям пу-пу-пу, сальто, там кувырки. И всякое там приколе, всякие маневры мы сделали. На этой... Ой-ой-ой-ой. Фу. И сейчас куда нам? Сейчас... Извиняюсь. И сейчас... Ага, вот. Едем так по всему, почему-то валяется на дороге, не валяется. Where мы все нафиг разрушим. Ни хрена себе машиночка у Тревора, откуда он ее взял? The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So, I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? Кучный Тревор. What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna Тревор. Have to lay low for a little while. Well, you know, we... Discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you pop in the back? All right, now, Patricia. She already called shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out. You know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. Куда нам? Выполнено. Тревор, мать его, Тревор. Так, это кто, Франклин? Да. Come here, boy. Come
О, какой миленький песик. Взяв Чопа на прогулку, Франклин может бросать ему мячик из сектора оружия. Опа. Ну давайте попробуем. Опа-на! Побежал. Побежал, малыш. Жирная жопа. Беги. Жмите, конечно, чтобы подозвать Чопа свистом. Давайте подождем, пока он нам принесет мячик. Вот это прикольное задание было. Вот это... Вот само... Сама та гонка, в смысле не гонка, а само то путешествие, когда мы следовали за падающим самолетом на мотоцикле, это реально было очень прикольно. Так, это нужно... Сейчас, ребята, а получится? Чоп, беги, побежал. Я напугался, он реально побежал за гранатой, придурок. Ладно. Так, сейчас. Ла! Я прям напугался, что он сейчас взорвется, расквасим бедную собачку. Ребята, давайте мы будем на этом уже заканчивать эту серию. Серия длится 20 чем-то минут. Я надеюсь, не очень мало, не очень много. Ребята, я очень сильно рад. Еще раз скажу спасибо тем, кто оставался на протяжении всей серии и смотрел это видео до конца. Я всегда очень рад таким людям. Ребята, давайте наберем 200 лайков, чтобы сразу же вышла новая серия GTA 5, сразу же следующая серия. И когда это будет, даже может сегодня, если мы сможем набрать лайки завтра. Или послезавтра, зависит только от вас, как я уже много раз говорил. Также с комментариями, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, если вы хотите у меня что-то спросить, посоветовать, или я не знаю... Ну, короче, что-то поинтересоваться, оставляйте свои комментарии. Я постараюсь на них их прочитать и на них ответить. И все, что вам нужно, это просто-напросто оставить свой комментарий. Также вступайте в нашу банду крутых перцев, в нашу большую дружную семью. Тоже все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете, потому что я рад каждому новому подписчику. Также, ребята, еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.